Приветствую зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Копикат у нас на канале. Продолжаем. Так, у нас там, по-моему, тем временем наступила ночь, да? Мы остались на улице. Почему Ольф не открыла дверь? Неужели она больше меня не любит? Я сделала что-то не так? Я разозлила ее. Олив подарила мне ошейник. Блин, ошейник-то у нас как раз-таки остался, хрен знает где. Я думала, это что-то значит. Ну, думаю, нет. Мне казалось, что у нас район не такой большой. Дикая кошка должна взять себя в руки. Сомнение – признак слабости. Подожди-ка, я сделаю-ка речь потише. Кьяра, иди сюда, дорогая. Пус-пус-пус. Кьяра. Подойди к матери, подойди к ребенку. Пойдем к матери, потому что к ребенку подходить, ну, блин, мать начнет защищать ребенка, нам точно влетит. Мяукнуть. Кьяра. Кьяра. О. Go home, you. Иди домой. Кыш. Собака вообще какая-то дурная. Женщина, блин. У нее, блин, целая коробка еды. Она собиралась покормить свою кошку. Неужели нельзя было и меня покормить? Дикая кошка проголодалась. Держу пари, ты бы хотела погрызть этот качан, а не оставить его у двери у Олив. Какой качан? Я люблю тебя. И я люблю тебя больше, чем ты думаешь. Подожди, две девочки. Это надо было, да, обязательно сделать так. Блядь, в новые игры хоть не играй. Везде эта залупа у них прет. Девку должен любить мужик. Многие дикие кошки бродят до 2 часов в день, преодолевая большие расстояния в поисках очередной пищи.
Что у нас тут? Дорога закрыта. Так, а там сидит какой-то... Алкаш, что ли, нет? Бухает. Ну ладно, может, у него что-то случилось. Не будем осуждать дяденьку. Так, ну и куда же мы придем в итоге-то? Давай-ка. А, бежать я не могу, прикинь, могу только идти. Сейчас ты напоминаешь мне обо всем, что я хотела оставить позади. В этом доме нет ничего страшного. Мне нужно идти. Куда ты идешь? Подальше от тебя. Так, как вы хотите, чтобы я туда пришел? Ну, пока вроде бы не очень страшно. Скажем так, пока что все нормально. Большие кошки считают высшими хищниками в своих экосистемах. Но наступает время, Дон, когда дикой кошке удобно оставаться, ну, как бы это сказать, в тени. Блин, тут собака. Я уверен, что он хороший мальчик, но мы не хотим оставаться здесь, чтобы это выяснять. Так, а в тени... Блин, ну тут я плохо вижу. Мне не дают, видишь, камеру даже повернуть. Так. Сейчас подходящее время для чихания? Не думаю. Просто в горле запершило. Нет, я в порядке. А мы в порядке. Так, здесь у нас собачка. Так, ходит она туда-сюда, ладно. Сейчас она туда уйдет. Не, ну кошка же на самом деле может вот так вот тихо бегать, да? Давай, Дон, ты почти у цели. Блин, я надеюсь, собака не придет кушать.
Я знаю, что это не кошачий корм, но думаю, этого будет достаточно. Ну хотя бы поели. Кажется, нас заметили. Бежим. Ну, в принципе, ладно, ничего страшного. Опачки. Олик, где ты? Да блин, залезла бы куда-нибудь, да и все. Прости меня, если что-то не так. Помоги мне, Олив. Где пошла ты, собака? Я дурная. Снеггерс. Остаться, уйти. А, собаку придавило, ну блин. Сейчас не время мешкать, дом. Давай уходить. Я хотел помочь. Ну хотя чем я мог помочь, да, вот так вот. Ну, если логично рассуждать, собака кошки, которую собаку, которую придавила там каким-то палетом, как ты сможешь помочь? Да никак ты не сможешь помочь. Пусти меня, мне страшно. А что надо сделать? А. Я думаю, что, блин, делать-то? Я посмотрю, кому она принадлежит. Иди спать, мама. Ну и ночь. Тише, малышка. Все в порядке. Собака ушла. Ты в безопасности. Ты вся в грязи. Разве не ты маленькая кошечка, которая заходила к нам на дням? I'll be right back, honey. Я сейчас вернусь, милая.
Молока нам дашь? Просто воды. Просто воды, да? Что такое, мило? Ты можешь сказать мне? Ну, блин, как я могу сказать? Блин, ну двух кошек тебе точно не дадут. Ты с собой-то плохо справляешься. Мне пора возвращаться в постель. Я согласна, последние дни были очень насыщенными. Давай ложиться спать, Олив. Я не могу взять тебя в дом, дорогая. У меня уже есть кошка. Прости. Ты сегодня много пережила, так что береги себя. Блин, ну та кошка, походу, не Шкода нифига вообще. Это ошибка, мое место внутри. Олив doesn't remember who you are, Dawn. Олив не помнит, куда ты, Дон. Олив, это правда? Это все просто дурной сон? Не, ну как бы пока на улице тепло, да, почему бы здесь на пороге не поспать? Можно и тут поспать. Я не думаю, что для кошки это прям большая проблема. Поспать где-то на улице. Но вот если будет холодно, то, конечно, да. Так, Дон, после нескольких дней отсутствия пищи, дикая кошка должна поесть. Ну, это миска, я так понимаю. На миске наше имя. Так, а теперь мне куда? А, блин, вон еще тарелки. Ладно. Тихо, тихо, блядь, не упади, ёпта, а то... Это будет жопа. Заново, блин, бежать. Так. Той ночью, в ванной. Зачем ты прижалась ко мне? Зачем ты притворялась моей семьей? Зачем ты притворялась, что любишь меня? Я люблю тебя, Олив. Просто тогда этого не знала.
Я никогда никого не любила раньше. Я не создана для дикой природы. Могу я вернуться домой? Блин, к сожалению, наверное, пока нет. Я больше никогда не выйду из этого двора. Собаки внушают ужас. А вот эту кошку надо проучить. Я желаю, чтобы подкрасться. Большие кошки очень территориальные существа. You will have to fight for it. Блин. Ай. А ну-ка херани его лапой. Ты? Тебе конец. Не позволяй ей помыкать тобой дом. Это твой дом. Это ты смотрела на меня через окно ночи. Ты это спланировал. Простите, мы здесь не употребляем таких выражений, боже мой. Да, он не волнуйся. Да блин, эй. Ты ж правильно нажал. Дон, прекрати. О, нет. Что я наделал? Так, бабуль, ты поняла, нет? Come here, little one. Иди сюда, малышка. Давай прокатимся, пока Мэй не проснулась. Блин, бабушка, тебе можно за руль? Ты вообще не очень так-то по здоровью хороша, ну... Ты что, ты нас в приют увезешь? Или на руль справа, да? Ты там в порядке, дорогая? Это похоже на то, как началось наше путешествие. Ты и я в машине. Я так рада, что ты понимаешь, что все это было большой ошибкой. Подожди радоваться, мне кажется, нас в приют везут. Обратно. The wild
Дикая кошка наконец-то была принята прайдом. Так, ну да, мы из приюта ехали долго, блин. Мы в приют едем довольно-таки долго. Ну, Олив, если ты захочешь меня сдать, я в тебе разочарусь. Так нельзя. Ты уже взяла меня, поэтому, как бы, блин, мы в ответе за тех, кого приручили. Нельзя сегодня взять, неважно, там, кошку, собаку, века, а завтра пойти сдать. Так не делается. Просто надо хорошо думать, прежде чем взять. Так, куда ж ты меня привезла, бабуля? I'm sorry. Прости. I know who you are. Я знаю, кто ты. Это была ошибка усыновить вас обоих. Я не могу иметь двух кошек. Блин, бабуля, значит, ну возьми, отдай ее кому-нибудь, ну там соседке хорошей, Олив. Я не знаю, как долго я буду рядом. Это место лучшее для тебя. Что-то я как-то не уверен. Никаких клеток, меньше машин и собак. Здесь ты будешь в безопасности. Подожди, Олив, куда ты? Капец. Ну, нет, неправильное решение. Абсолютно прич. Куда-то увезти. Просто, да, подальше от дома. Чтоб не видеть, да? Извини, милая. И просто бросить. Охренеть. Возьми меня с собой. Я буду хорошей, я буду лучшей домашней кошкой. I'm sorry, Dawn. Прости меня, Dawn. I'm so sorry. Мне так жаль. Блин, я ненавижу таких людей, которые так делают. Я даю свое полное согласие на то, что приемная кошка стала частью моей жизни, бла-бла-бла. Я согласна общаться с этой кошкой гуманно, с любовью и уважением. Оно и видно. Эта кошка будет жить под моей крышей и иметь место, которое будет называться домом. Хорошо, что ж, она ваша. Нашла свою новую семью. Блин, камень не видел. Блин, я как бы, конечно, понимаю бабулю, да, что там у нее со здоровьем понты, и как бы, да, содержать двух кошек ей тяжело. Но вывести вот так вот животное живое, бросить, мол, типа, давай. Тут нет собак, говорит. Так тут и жрать нечего. И холодно, и дождь идет. Ну, я думаю, еще и данной кошке страшно в таких условиях. Ух, это было странно. Как будто Олив хотел оставить тебя здесь.
Это не машина, Оли. О, Дон, все машины выглядят одинаково. Ты действительно собираешься проверять каждую? Это не она. Это не она. Не вешай нос, Дон. Ты выглядишь так отчаянно. Блин, ты реально хочешь, чтобы я все тачки проверил? Вот, блин, вот эти мини-игры можно было бы, конечно, не знаю, как это... Во вселенной не осталось волшебства. Я про что? Про то, что, ну, блин, не особо хочется в них играть. Хочется посмотреть сюжет в игре, но не более того. Можно было бы без мини-игр, да, там, ну, в смысле, захотел, пропустил. Потому что я так не думаю, что они прям тут сильно важны. I don't think cats even go to heaven. Мне кажется, что кошки даже не попадают в рай. Ой, красный, зеленый, охренеть. Я все вроде посмотрел. Так, ну здесь я уже все не посмотрю. Надеюсь, мне это не надо будет делать. Просто слишком много. Полагаю, мы покончим с потерями и начнем что-то там. Вернемся к первоначальному плану. Что скажешь? Надо, чтобы скрипт сработал. Ну что, блин, обратно пришли? Да нет, вроде это не наша. Улица не похожая на нашу. Или по... не похоже. Там вон забор какой-то. У нас не было такого. Мы куда-то пришли. Дикая кошка может рассчитывать только на одно. На себя. Herself. Дождь лил как из ведра. Неудивительно, что здесь никого нет. Так, мы пойдем на детскую площадку. Как мне повезло, нет тунца. Да тут нифига, блин, нет. Короче, какой-то парк. Типа из-за дождя он пустой. Из-за прошедшего дождя. Этот человек выглядит важным. Наверняка они не бросили свою кошку на улицу. Не выбросили свою кошку на улицу. Ну да. Опа, погоди. Здесь что? Выгул собак запрещен. Это должно стать общенациональной инициативой. Так, а что там еще в парке делать? Покинуть, естественно.
Блин, а кошки умеют, интересно, плавать? Familiar, doesn't it, Dawn? All that playing with Mr. Feathers must have paid off. Those slippery buggers are not getting away this time. Я не ел уже несколько дней. Мне нужно что-то более сытное. Так, ну нам показывают, что нам нужно валить из парка. Как бы мы и собирались уходить, просто мы увидели, что там рыба. Почему бы не поймать еще одну, да? Раз она одну уже поймала. Дикая кошка использует свое исключительное зрение и слух, чтобы охотиться. Используй тень своей жертвы. Блин, съесть крысу. Да блин, ну кошка может съесть крысу. Блин, братан, подожди. Это была моя мышь. Друг? Давай проследим. А есть не будем? Так, тут еще, смотри, тут друзей много. Но вряд ли они меня пустят все в компашку. Подружиться, запугать. Не, будем пробовать дружить. У меня такое чувство, что сейчас нас тут запугают. О, нет. Они выбирают насилие. Похоже, тебе здесь не рады. А, правда? А, блин. Я не успел. Да ёпта. Блин, один против пятерых, это, конечно,
Я больше не хочу быть уличной кошкой. Кого мы обманываем, Дон? Мы не можем противостоять пяти бродягам. Ты едва справляешься с бабочкой. Так, давай на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Продолжим в следующий раз. Всем пока. До новых встреч.